Скажите, у меня проблема атрофия сетчатки и так далее. У меня есть семинар, он называется «Восстановление зрения с помощью эзотерики, приобретайте и проходите». Пожалуйста, порядок работы с тренажерами. Можно ли практиковать по 2-3 тренажера и слушать шумы? Да, можно. Во втором СНГ вы дали загадку. Не становитесь одним, когда есть возможность стать всеми 12. Ответ на это знаки зодиака – нет. Нет. Это не знаки зодиака. Я дам ответ, поверьте. Придет время, я отвечу. Тот человек, который даст ответ, сразу же станет учителем школы нашей. Учитель, прохожу вторую обновленную ступень. В первой ступени вы рассказываете, как выбрать духовное имя. Подскажите, я все делала, как вы научаете. Могу пользоваться духовным именем или нужно обратиться к вам лично. Хотите, напишите мне где угодно, я вам духовное имя дам.